Ряды российской армии пополнят более 4000 дагестанцев. В связи с пандемией коронавируса отправка призывников к месту несения военной службы переносится. В соответствии с распоряжением главы республики призыв стартует 20 мая. Об этом на пресс-конференции заявил военный комиссар Дагестана. Комиссариат региона на сегодняшний день укомплектован медицинскими специалистами. Распоряжением Владимира Васильева выделен резервный состав врачей. Все призывники в сборном пункте сдадут тест на наличие коронавирусной инфекции. Граждане, задействованные в мероприятии, будут обеспечены средствами защиты. По прибытию к месту службы будущих солдат ожидает двухнедельный карантин. Федеральные службы войск Национальной гвардии будут направлены 250 человек. Сухопутные войска около 2700 человек. Впервые за 10 лет военкомату республики установлено задание для комплектования войск, воздушно-десантных войск нашей страны в количестве 120 человек.